этого движение определяется совершенно другой стороны. Вот он сказал, поэтому вот они сказали, что он будет уплощаться требования к уплощению грудной клетки, для того, чтобы выправили при шалашаточном сочинении, и чтобы у собаки появился нормальный рациональный ход. Он сказал, что это тип собак 50-х годов. Но, он говорит, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы не потерять и шерсть, мы будем стремиться к этому. Но вот мы вынуждены будем вот возвращаться немножко назад. Вот такой вот семинар.